Всем привет! С вами канал Mazda MPV Колхоз Наше Все. И сегодня мы будем делать датчик уровня топлива, потому что мой датчик уровня топлива показывает уже погоду. Мне это надоело. Расход топлива у меня получается городской режим 12, не городской режим где-то литров, наверное, 9-10. Вот этот вот датчик топлива вот здесь вот самым обыкновенным простым реостатом. Прислали мне его из Владивостока, мой корефан постарался, взял его за 1000 рублей с распила. Вот посмотрите, какое его качество. Да, видно, что машина вообще нигде не ездила, видимо. Ну и, соответственно, я думаю, качество этого датчика нормально. Потому что мой показывает датчик недоливку топлива постоянно, приходится заливать практически всегда полный бак и ориентироваться по счетчику километров, вот, а не по стрелке. Самое главное нужно что? Кто-то сделает проще, чем я делаю немного сложнее. Я буду полностью вынимать вот это вот заднее кресло. Нужно что сделать? Нужно снять вот эти вот два болта. Там два болта, здесь два болта. И вот здесь вот находится лючок. Лучше всего работать, конечно, тем, чтобы лючок этот снимать именно без кресла. Потому не хочу вырезать вот эту вот здесь дырку под лючок. Ну и вон, лучше я сниму кресло. Это будет проще. Ну все, сняли болты там, и здесь сняли, да? Теперь будем кантовать кресло отсюда. Итак, снимаем кресло. Кресло будем снимать в эту сторону. Кресло тяжелое. Нужно это делать аккуратно. Очень тяжелое кресло. Килограмм, наверное, 50, может, больше. Опа! Все, кресло вытащили. Yeah.
такой. Вон датчик, мы посмотрим. Ставим новый. Разницы никакой я не увидел вроде. Все, погружаем обратно. Возвращаем обратно. Наконец-то закончили. Пойдем смотреть. Пошел справа. Видимо, будет показывать правильно. Мой был почти на середине. Замечательно. Работает. Заняло это все полчаса. Почти полный бак. По топливу, да? Все. Завершаем экзекуцию. Все вот это собираем. По возможности пылесосим, чистим, убираем. Аккуратно. Здесь у меня, сейчас я покажу. Проблема следующего характера. Вот здесь стоит реостат, вот он, видите, да? И, короче, видимо на этом реостате, вот здесь у меня дорожка откололась, и не показывал правильно. Ну и вообще, он у меня, в принципе, полный бак, уже, наверное, с полгода не показывал. Может, конечно, надо было сильнее надавить, но простейшая конструкция.